Роспись стен – это, пожалуй, самое древнее искусство, которое появилось еще несколько тысяч лет назад. Воплощая свои идеи в реальность, мастера не только украшали интерьер, но и придумывали новые стили и решения. Сегодня художественная роспись стен по-прежнему сложнейшая работа, которая требует не только художественных навыков, но и владения различными инструментами. Перед тем, как художник начнет творить на вашей стене, вам необходимо решить, в какой технике будет рисунок. Это может быть живопись, графика или барельеф. Затем вы вместе с мастером выбираете картинку, подходящую под дизайн квартиры, и создаете макет на компьютере. В этот момент важно понимать, что рисунок вам нравится, и он гармонирует с общим наполнением комнаты. Вообще бывает по-разному, как бы иногда обращаются заказчики, то есть уже с готовым эскизом, иногда делают подборки, то есть от чего-то отталкиваемся, что нравится человеку, к интерьеру, ну, приближаем что-то вот, и уже идет проработка эскиза, и приступаем. Стену под роспись необходимо подготовить заранее. Она должна быть гладкой, ровной и без следов краски. Художник не готовит стену под рисунок, это можно сделать самостоятельно или нанять строителей. Рисунок наносится акриловыми красками. Они быстро высыхают и не стираются со временем. Стену даже можно протирать тряпкой, правда сухой и без моющих средств. Здесь как бы пожелал заказчица цветы, как бы у них будет кровать стоять, роспись, живопись. Здесь лаком не покрывали, как бы вообще желательно, чтобы роспись они не трогали как бы пальцами. Художественная роспись – это ручная и кропотливая работа. Небольшой рисунок появится на вашей стене уже через 5 дней. А вот чтобы нарисовать большие и сложные работы, мастеру потребуется 3 недели. Стоимость художественной росписи зависит от размера и сложности. Цены стартуют с 3000 рублей. Вот такой рисунок появится на стене за 20 тысяч рублей. Зачастую клиенты просят разрисовать гостиную или холл. Но можно украсить и детскую комнату, создать ощущение праздника и подарить ребенку сказку. У нас в семье две девочки. Одна вот девочка у нас уже 18-летняя, и вот родилась еще малышка. И вот как бы просто нам захотелось такую создать их комнату для принцесс. Художественная роспись – настоящее произведение искусства. В каждую работу автор вкладывает душу. За несколько дней белая стена превращается в настоящую картину, которая радует глаз хозяев и производит впечатление на гостей. Thank you.